Всех приветствую, дамы и господа. Ну, я думаю, вы уже все поняли из заголовка. Сегодня я не буду показывать свой экран, потому что, к сожалению, пока не могу получить видео с сайта, с веб-страницы, господи, с веб-страницы, с канала Феромира. То ли удалили саму трансляцию, то ли она так долго обрабатывается, хотя она шла всего полчаса. Я вообще изначально хотел прямой эфир провести, рестрим этого стрима, потому что я же говорил, что удаление такого крутого канала — это нонсенс. Для Ютуба это будет событие. Но Феромир пошел дальше и сделал еще более крутое событие. Сегодня во время стрима, ну, я зашел уже под самый финал, скажем так, я увидел кульминацию. Я так понял, что его застрелили. Ребят, вот реально, вообще я сегодня думал, что он в 2 часа дня выйдет. Что в 2 часа сегодня будет стрим. Я уже приготовился, а потом я захожу и вижу немножко обновленную информацию о том, что у Феромира будет стрим со стримершей Кариной. Вот смотрите, ребят, я в прошлом видео просто сказал, ведь что я упомянул двух людей, которые сделали отличный, не самый хороший, не самый красивый, но, тем не менее, гениально работающий пиар-ход. И смотрите, они сегодня вдвоем были на стриме. Они что, меня смотрят, что ли? Откуда такая идея появилась? Я что сказал? Помните мои фразы? Что я тогда сказал? Смотришь «Игру престолов», ждешь, кого там Дейенерис в очередной раз сожжет. Смотришь «Gravity Falls», ждешь, какого нового монстра там они встретят. Смотришь канал Феромира и думаешь, что в этот раз с ним произойдет. Его выкинут с балкона, убьют, расстреляют, порежут, еще что с ним сделают, господи. Реально, чувак создал вокруг себя шумиху, я повторю, сделал шумиху круче, чем Мэдисон. Феромир уже везде. Смотришь ролик Вилсакома, там Феромир. Смотришь славного дружа Обломова, Феромир. Я не знаю, скоро будем новости смотреть по Первому каналу, и там тоже будет Феромир. Короче, ребят, реально, это уже совсем не прикольно. Чувак реально создал вокруг себя... Да. Я чё это записываю-то, собственно? И я предполагал, что он сделает примерно что-то вот такое вот. Что наверняка... Помните, я что сказал? То, что он наверняка канал свой не удалит. То есть у него произойдет опять что-нибудь. То есть у него там интернет-провайдер сдохнет, там ему заблокируют YouTube, еще что-нибудь. Но, блин, он инсценировал убийство, ребят. Это первый стример на моей памяти, вообще ютубер, который инсценировал собственную смерть. Скажу так. На данный момент пока неизвестно, жив ли он. В сети гуляет слишком огромное количество сейчас слухов на тему того, что вокруг его дома курсируют полицейские, но тем не менее ни одной фотографии, ни одного доказательства нет. Как правило, все такие ссылки ведут на страницы других чуваков, которые говорят: «Смотрите, я разоблачил Феромира». На этом хайпе сейчас будут пытаться вылезти. Да чего уж говорить, я снимаю видео об этом. Вот. Но тем не менее, просто... Я уверен, я где-то на... Да что вы, господи, уведомления летят со всех сторон. Я на 95% уверен, что это инсценировка. Это очередная инсценировка. У чувака постоянно что-то происходит. Его постоянно кто-то бьет, режет, ломает, глаза ему выдавливает, еще что-то такое. В общем, вы видите, он собрал огромное количество народа на удаление канала. И в итоге там разыгрывается еще более крутая драма. Реально, это уже... Феромир это сериал Ютуба. Действительно, на Ютубе вообще есть такое явление, оно называется Ютуб-драма. Когда начинает разыгрываться история нелюбви одного блогера к другому блогеру, одного ютубера к другому ютуберу. Иногда это бывает взаправду, иногда это бывает специально сделано, как это было, например, у ностальгического критика и АВГНа. Но они это специально разыграли весело, чтобы это не было похоже на серьезную какую-то вещь. У PewDiePie что-то такое примерно тоже появилось. Похоже, это становится трендом, ребят. И Феромир вовремя поймал волну, и он понял, что такое YouTube-драма. Если вы хотите спросить мое мнение, что я думаю, правильно это или неправильно, хорошая ли это вещь или нехорошая ли это вещь, я скажу так. Это интересный тренд, это интересный ход, его просто можно было бы более интересно и грамотно отыграть, как сделал ностальгический критик с АВГНом.
сейчас выставлять вот это все дело как реальное уже покушение на убийство, он ведь это делает уже не в первый раз, это уже на моей памяти получается второй раз, когда ему пофиг на дверь, пофиг на подожженную дверь, его уже пытаются убить два раза. Вообще у нас как бы есть определенные статьи в Уголовном кодексе по поводу вот таких дел, тем более это публичное, все это все публично делалось. Поэтому могу только одно сказать, реально, я не ошибся, когда сказал, что... Не, просто я сванговал на предыдущем... Я сванговал в предыдущем видео. Я сказал, что Ферамир сделал гениальный ход в плане пиара, и Карина сделала в свое время гениальный ход в плане пиара. Они объединились сегодня. Сегодня убивают Ферамира. Азлагор там записывает видео, пишет, говорит, что он не знает вообще, что вообще произошло. Он только приехал из Питера и так далее и тому подобное. Короче, вот смотрите, ребят, я вот более чем уверен, что где-то денька через 2-3 он вдруг снова появится. Я буду следить теперь за его каналом, мне стало интересно. Потому что чувак реально раздул шумиху. Мне не сам канал интересен, мне интересна сейчас реакция публики. Потому что давно такого не было, чтобы весь YouTube следил за одним единственным каналом, на который вообще было глубоко пофиг достаточно долгое количество многим людям, которые не имели никакого отношения к Майнкрафту. Вот. Просто действительно, это... Вот смотрите, он где-нибудь... Я сейчас опять свангую. Через дня 2-3 он опять появится в сети, скажет, что его увезли в больницу, допрашивали там его родителей, например. У него оказалась дырка в легком, у него вытекала жидкость. Сейчас, если он, наверное, это смотрит, а то я... Что-то мне страшно стало, что я с предыдущего видео просто аж сванговал, что он сделает. В общем... То, что... Так что я подкидываю идеи. Вот. То, что в итоге его там на третий день выкинут из этой больницы, типа, он починился, он восстановился, там, ребята, я буду жить, я молодец буду, все хорошо, главное, ваша поддержка, я понял, что я не буду удалять свой канал, потому что вы меня поддержали. Вот смотрите, так будет, ребят, реально, будет так. Короче, вот такой вот вложик. Мненица. Опять взгляд со стороны. Жалко, кадров нет. Я бы сейчас кадры бы показал, но, к сожалению, похоже, либо трансляцию удалили, либо еще что-то. Есть видеозаписи в очень дерьмовом качестве, и они все, к сожалению, уже с комментаторами поверх. Вот, ребят. Вообще, мне интересно ваше мнение. Вот, благо у меня на канале большинство людей адекватные люди, поэтому я хотел бы посмотреть в комментариях под этим видео, Что вы скажете по поводу всей этой ситуации? Согласны ли вы со мной? Не согласны ли вы со мной? Верите ли вы в тому, что происходит на экране? Потому что это реально, это абсурд. Будет очень удивительно, если это на самом деле правда. Но знаете, знаете, есть сказка про мальчика, который кричал волк. Если не знаете, то погуглите. Вот, примерно то же самое сейчас делает Ферамир. Ладно, господа, к самому чуваку ничего плохого не имею. Он сделал гениальный пиар-ход. Я считаю, что это пиар-ход. Он наверняка скоро появится, так что вот так. Ладно, друзья, в общем, мнение такое небольшое. Если вы с ним согласны или не согласны, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch-канал. На этом все, с вами был Артем, всем всего хорошего, пока!